Ребят, всем привет. Порвался шланг на смесителе в раковине. И вот другой альтернативы нету. Вот эти вот шланги вечно рвутся. Также на бачке, на унитазе я придумал, как это сделать. Вечно они рвутся. Пишите комментарии, сантехники. Вот что придумать вместо вот этих шлангов. Как они мне надоели. Раньше в советское время вроде как-то была подводка такая медная, там латунная. А сейчас в наше китайское время неизвестно, что и как вот эти вот шлангами делать. Вечно они рвутся, гнутся, переламываются. Ребята, вот бачок, как я вам говорил. Сейчас я покажу, как я сделал систему. Смотрите. Спрашивал у сантехников. Я говорю, ну как? Как так? Шланги рвутся, гидроудар. Знаете, когда бачок набрался, тык, шланг бывает туда, тык-тык, ошевелится. И вот я придумал такую систему. Просил у сантехников, они говорят, да мы лучше будем шланги менять, деньги зарабатывать. Пишите, сантехники, комментарии. Вот такая вот ерунда. Паечная, не знаю даже, как она называется. Просто прикручивается, а потом... Кран паечный идет. Ну и пошло вот. И вот так вот подводил. Это я делал сам. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Это видео посвящается моему другу. Он спрашивал, говорит, как подключить бачок. Показываю. Вот так вот. Нижнее подключение. Ну, можно и боковое. И ушли мы от шланга, который, ладно, там покупать. Ну, купили вы его за 1000, за 2000. Нету таких шлангов, которые чтоб не лопались. Мы уходим от шлангов. Вот мы и ушли. Пишите комментарии, кому это было полезно. Ставьте лайки. Может пригодится вам. А с вами был Роман. До скорых встреч.